Так, слушайте анекдот. Стоят два мамонта, разговаривают. Вдруг один из них такой: «Ай!» Ну, стоят дальше, разговаривают. Вдруг снова: «Ай!» Второй не выдерживает и спрашивает: «Что, блохи замучили?» «Нет», отвечает первый, «люди». Но смешно же. Ой, да ну вас. Добро пожаловать в каменный век. Видите, вон тех вдали типа слоников. Это мамонты. Берете по камушку и пытаетесь завалить одного. Мамонты — это не древние слоны. У них был общий дедушка, но мамонт и слон — это как тигр и лев. Но вы поняли. А чё вы бежите налегке? Стоп! Так, где камни? Что это? Вы не на белку пошли охотиться. Возьмите камни побольше. Мамонты достигали высоту в 5,5 метров и могли весить до 15 тонн. То есть в высоту они были как 2 этажа и весили как 10 автомобилей. Добежали? Отлично! Ну давайте, бросайте камни в него. Цельтесь между глаз, прям в лоб. Ну что это такое? Вы ему массаж делаете или убить хотите? Ай, все, с вами ясно все. Системки, раздайте им копья. Копья в те времена были с наконечниками из кости или из кремня. Короче, прям супер острые и крепкими они не были. Сильнее! Ну сильнее! Нужно постараться проткнуть шерсть, подшерсток, примерно 3 сантиметра кожи и жир. В сумме около 30 сантиметров защитного слоя. Ой, все, кончайте эту иглотерапию, переходим к плану Б. Есть гипотеза, что люди копали яму, куда проваливался мамонт и обретал там смерть. Что-то не очень у вас выходит быстро копать замерзшую землю палками-копалками. Так все мамонты перемрут, пока вы яму выкопаете. Ай, ладно, черт с вами, тащите тяжелую технику. Все, больше подачек не будет. Теперь гоните сюда мамонта. Вот просто, чтобы вы понимали. Подходите к любому автобусу, встаете за ним и пытаетесь его напугать. Что, никак? Во-во-во, пошел, отлично, загоняйте его в яму. Даже если мамонт окажется в яме, остается вопрос. Ну и что с ним дальше делать? Как и чем его глушить? Вы ждете, пока он состарится и помрет? А вы в курсе, что мамонты не жили по одному? Ага, сейчас мама придет. О, кажется, пришел папа. Так, все, удачи вам. Повалить мамонта нам не удалось. Но допустим, мы его завалили. Теперь вопрос. Что делать с 10 тоннами мяса? Конечно, был ледниковый период, можно заморозить. Но 10 тонн. Один человек может осилить 1 килограмм мяса за 3 дня. Ну хорошо. Очень голодный человек, пещерный, который гонялся неделю за мамонтом, может скушать 1 килограмм мяса в сутки. Люди жили кучками по 10-20 человек. То есть за день они могли съесть 20 килограмм мяса. Таким образом, 10 тонн им хватило бы на 1,5 года. Это с учетом того, что на завтрак мясо, на обед мясо, на ужин мясо и печеньки с мясом. Не, я б на такое не подписался. Ну а вы подписывайтесь.